безбедное существование. Она же в истории выкладывала, у нее есть там актуальное в Инстаграме. Со свадьбы. Все серьезно. Да, конечно, все серьезно. Спасибо, Разин, за сердечко. А как вы думали? Все очень серьезно. Я могу твое обеспечить. Нет, спасибо большое. Ты можешь обеспечить мою нулевой уровень, да? Писечно. Первет, Тургутик, первет. Перветик, Тургутик. Фотографию. Опа, Тургутик, просто милое, нежное создание этого мира. Ахмед, здорово. А, так должна была пригласить. Кого тебя? Нет. А чего она тебя будет приглашать? Ты ей дарила льва. Она только пригласила, которые ей льва дарили. Они у нее были на свадьбе. Ты себя обеспечить не можешь. Спасибо большое, Пума, за поддержку. I follow you. Ахмед, thank you so much. Будем вместе улицы подметать. Спасибо большое. Я и одна справляюсь с улицами. Я за эти улицы стою. Я все улицам подметаю. И они мне все. Вы слышите, как машинка работает? Какое сегодня опухшее личико у Кристинчика. Ти красавица. Спасибо, Тургутик. Ты тоже красавчик. С помадой на зубах. Ждем Ничку, Николашку. Но она, наверное, не захочет со мной сегодня играть, потому что я должна была выйти в 12, а по итогу вышла в час. Слушайте, а кто вообще, кто ставит график в ТикТоке? Мне кажется, никто. Только Ника. Она прям выходит каждую секунду, каждый час. Здравствуй, Лучезарная, здорово. Блин, с этой помадой будем сегодня вот так вот контролировать зубы. Спасибо, Димон, за одну розу. Ты где живёт? В квартире. Hello, friend, hello, Калиб. Здравствуй, Анварчик, мой бородатый мальчик. Здравствуй, здравствуй. Здорово! Да. Здорово, Анвар. Кто создал тебя такую? Я смотрю, и зор ликует. Ты как будто вся из сказки. Анварчик, мне не нравятся мужчины с иностранными именами. Я люблю славян. Я люблю славян, поэтому сразу тебе говорю, что у нас с тобой нет шансов. Нет, абсолютно никаких шансов с тобой у нас. Поэтому давай не тратить время друг друга. Тогда он Андрей. Нет, славяне сила. Согласна с тобой, мой милый друг Пума. Привет из Баку. Руфатик, у нас тоже с тобой нет шансов на свадьбу. Это у тебя со мной нету. Анварчик, я, глядя на твой фотосинтез на аватарке, да, анализируя вот эту лысинку на голове, вот эту бородку, думаю, что крашеную, я предполагаю, что это именно у тебя нет шансов со мной создать семью и вступить в брак долгосрочный и благополучный, потому что очень много минусов. Павел, прекрасно. Тургутик, спасибо за эти заебись просто тюльпаны, розы, вообще безумие. Вот с Тургутиком как будто бы есть у меня шанс, потому что у него такое лицо очень мужественное. На самом деле, такой носик, такие, как бы он немножко похож на обезьяну, то есть я могу быть уверена, что у меня его никто не отобьет, никакая женщина. Кирюха, здорово. Понимаете? Вика, здорово. Анварчик, чего ты смеешься? Ну, блин, твоя лысинка, она, понимаешь, она будет скользить, а твоя борода, она будет, ну, как бы щекотить. Мне это не сильно нравится. Мне не сильно это нравится. Пожалуйста, Тургутик, ну не проси, пожалуйста, не могу выйти за тебя замуж. Я очень боюсь, типа, что, как бы, твоя лысинка, она, ну, может прям потеряться.
Добрый день, Артём. Тургут турецкие имя. Вот смотрите, Ярец Юрий Тургутович. Норм? Сильно. А мне кажется, сильно. Ярец Юрий Тургутович. А вот Ярец Юрий Анварович уже нет. Как будто Анварович — это от слова «что-то варить». Вот Анварчик вообще не подходит. Арханчик, привет, Арханчик Хасанчик. Архан Хасан, Архан Хасанчик, не Хасань, пожалуйста. Не Хасаньте, пацаны, вы матерям еще нужны. Всем привет, ребята, спасибо, что у меня нет еще 1000 лайков. Ты че примеряешь? В плане, твою лысинку к моему пельмешку. Ну вот не подходит ничего. Хватит триндеть. Давай послушаем авторитетного мужчины. Угу. А где авторитетный мужчина? Где моя шлюшка Ника? Она уже стримит. Покажи сиськи. Чуть-чуть попозже. Что за выборы? Ну, тут просто предлагают свои кандидатуры. Я говорю, что нет шансов. А лысые плаки-плаки начинают все равно продвигаться. Типа, я все равно буду твоим мужем. Вот это все. Там, где твой пельмень. У тебя во рту. Ты говоришь, люблю сочные пельмешки. И в ротик. Чам-чам-чам. И поехал. Кстати, удивлена, что ты так быстренько прям. Без разбору сразу пельмешку в ротик. Сладко. Ну, не знаю. Обычно говорят, что солененьким отдает. Ника хочет большой баклажан 25 сантиметров. Я не сомневаюсь. А, очень красиво выглядишь. Спасибо, Джанис. Джанис Карибидис. Ого, Джанис, так ты тоже красотка, ты тоже секси, у тебя очень красивые очки, я бы хотела их поносить. Им виднее, полный колотит, ты лохов собрала, уши развесели, тебе считается. Аль Капончик, я вообще хуй пойми, ты о чем? Янис, а, Янис, да, как мороженое, Ятис, окей. Привет, Алекс, привет, стоматолога боишься? Нет, не боюсь. Не боюсь. Блин, а вот почему, Аль Капончик, ты пишешь как будто на иностранном языке? Я начинаю думать, что у тебя какая-то болезнь. Тургута имя не понравится. Мне очень нравится Тургута имя. Как ты, твои дела? Ятис, все хорошо. Любишь мороженое, да? You so beauty. Oh, mamma mia. Вы мой краш. Чего? Чего, в меня влюбились? Спасибо за подписку. Рамис, саламчик. Пельмени раздают. Всем в ротик по пельмешку с творожком. Любите пельмешки с творожком и лобковым волосом? Мне кажется, да. Спроси, как меня зовут. Нет, не спрошу, мне все равно. Джон Рэмбо, спасибо за твою розочку сладенькую. Айчи, дайчи. Thank you so much. Алекс, ну не стоило так тратиться, ну правда, ну зачем столько роз? Ну 3 розы, 23 уровень. Молочница, творожница, Михаил. А вы любите, да, молочницу? Оно-то как раз пахнет таким пивом забродшим, забродившим. И вы думаете, молочная пися, ай. Не благодари. Угу. Вик, ну а что еще сказать? Жизнь такова, жизнь такова. Да, мужчинки, вы, what are you from? From Беларусь. Откуда ты все это знаешь? Алекс, ну не стоит, ну 5 роз, ну куда ты? Пожалуйста, все, хватит, реально. Ну, я столько роз в жизни не видала. Откуда я все это знаю? Ну ты же мне рассказывал вчера. Откуда я все это знаю? Такой вопрос странный. Джон Рэмбик, спасибо тебе за твои вкусненькие лайки, творожные, молочные. Это что, все оживились? Ну все, на буду. Ну конечно не надо, за пельмешек. Ага, хорошо. Гонсалес Сантос. Ага, you are a princess. Ага, это когда я с твоим пельменем игрался. Да, когда говоришь... Сейчас я так все наполирую, что ты так николи не подмывалась. И там просто рабочая, конечно, схема у тебя. Молодец. Алекс, спасибо за подписку. Но я на тебя взамен не подпишусь, ну потому что ты как-то не сильно, конечно, затратился на то, чтобы мы с тобой стали друзьями. Поэтому я полировщик первого уровня. Ну, слушай,
Мне кажется, что ты полировщик именно уровня 40-го даже. Ти мое сердце, ты моя хорошая. Я не настаиваю, как скажешь, солнышко. Как скажешь, дружочек, пирожочек. Асиф, спасибо за подписку. Спасибо, ребятки, всем, кто подписывается, всем, кто вступает в мою команду. Я тебе смороженое, спасибо. Тебе не понравилось? Нет, не очень. Ты старался, конечно, но мне не очень понравилось, скажу откровенно. Главное — честность.